У меня, блядь, морщины в 23, сука. У меня мимические морщины. Хесу 30 лет, выглядит как принцесса Жасмин, блядь. Ему вообще похуй, у Хеса все идеально. Мне кажется, что Хес, на самом деле, знаете, он как Гомер Симпсон. Короче, Гомер для того, чтобы выглядеть худым, он весь жир, ну, перенаправил в спину и заколкой закрепил. И мне, короче, нравится, что у Хеса все морщины и вся хуйня, она у него где-то на спине или на жопе. То есть, если мы Хеса случайно увидим в купальнике или в плавках, у него там будет полный пиздец, я почему-то уверен. Ну, потому что он слишком идеально выглядит.